В Люберцах стартовала летняя оздоровительная кампания. На базе общеобразовательных учреждений городского округа открылись летние лагеря с дневным пребыванием. Весь июнь детей ждет интересный досуг с одноклассниками и друзьями. Чтобы узнать, какие условия для них созданы, наша съемочная группа отправилась в 28-ю школу. Сегодня я хочу всем пожелать, чтобы они были здоровы и у них было хорошее настроение. Причин для отличного настроения много. Впереди лето, длинные каникулы и полноценный отдых. Первый месяц сезона эти ребята проведут в школьном лагере. Ребята, набирайтесь здоровья, будьте умными, будьте хорошими. Старайтесь учиться на пятерке, быть отличниками. И, конечно же, слушайтесь своих родителей. Поздравляю вас с Днем защиты детей, с началом лета. Пусть оно будет для вас всегда солнечное, теплое и счастливое. С праздником, ребят! Лагерь «Звездная академия» на базе 28-й школы в этом году посетят 210 детей. Программа мероприятий насыщенная. Она включает в себя несколько направлений – экология, спорт, патриотизм и многие другие. Для детей предусмотрено трехразовое питание, оборудованы спальни для дневного сна. Будем проводить спортивные игры, веселые старты, волонтерство. Сейчас это очень популярное направление. Хотим именно с детками начальной школы начать и дальше продвигать это направление. Вся лагерная смена идет 21 рабочий день. С 1 июня по 30 июня выходные, суббота, воскресенье. Постараемся для детей сделать эти каникулы, нашу смену яркой, насыщенной. Лагеря с дневным пребыванием открыты на базе 27 школ и гимназий. Этим летом в них отдохнут более 3000 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.